Добрый день. 7 февраля мы подогнали голубей. Пошел такой снежочек легенький, дождик. Думаю, постоять немножко. Такой вроде ураганистый ветер у нас. Думаю, поснимаем чуть-чуть. Думаю, пусть полетают голуби. Уже начинает примораживать. Сегодня в ночь уже мороз. Обещают сильный. Жмет, конечно, ветер. Давучий такой. Но это не отменяет им разминаться немного. Пусть полетает полчасика. Ох, ураган. Ураган, чертовый такой хороший. Конечно, замерзаю тут. Особо так не отрываются. Давай. Что-то вроде полетели потихоньку. Начинают набирать, ветер немножко вроде попустил. Ничего, такой порывистый сейчас еще задавит. Как-то мутно давит. Снег идет, да? А, ну да. Пошел снежок. Полетели, короче. Что фокуса нет, опять у камеры. Что за фигня? Полетели, короче. Небо немножко уже начинает сереть, как снеговые тучи такие, надо немножко попересыпать. Сейчас уже руки замерзнут, нужно пересыпать, немножко посниму чуть-чуть. Опа, что-то шуганулись, сыграли голуби. Повалил снежочек. Ладно, сейчас я немножко еще посниму, чтобы запечатлеть.
повалил снег, короче. Ладно, буду прекращать съемку. Что-то пугаются голуби.